Эта штука убила кита. Работка в биомеханике. Но простым языком это водонапорный. Я так и сказал. Твою мать, неожиданно. Почему они замерли? Процедура извлечения кодов доступа из нейрополимерной памяти Петрова прошла успешно. Боевой режим отменен, роботы вернулись в стандартное состояние. Ты молодец, сынок. Не подвел. Все, кому удалось укрыться и выжить, обязаны тебе своим спасением. Я горжусь тобой. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Что теперь? Возвращайся на борт Челомея. Пройдешь медицинское обследование и отправишься в отпуск. А мне предстоит разгрести последствия всего этого. Вас понял, Дмитрий Сергеевич. Скоро буду. Вы ничего не сказали Сеченову о Филатовой? Все-таки собираетесь встретиться с ней? Хочу посмотреть, найти ее доказательства. Академику Сеченову это не понравится. А ты ему не говори.
Мертвого тела Ларисы не видно. Значит, мимо дров она все же прошла. Это нам наверх, чё ли? Ну хорошо. Маяк. И где ее искать? Лариса! Я никого не регистрирую поблизости. Нужно осмотреться. Должна быть тут. Вы доверяете доктору Филатовой? Я никому уже не доверяю. Но она хочет что-то важное сказать. А вот Дмитрий Сергеевич, напротив, темнит. Раньше товарищ Сеченов посвящал вас в свои планы? Не особо. Нужды и в этот раз, может, нет. Но вся эта история с Петровым, что-то пропал. А шеф даже ухом не повел. Кругом трупы. Почему запуск коллектива так важен? Что его хотя бы из уважения к погибшим нельзя отложить или перенести? Нет таких данных, товарищ майор. Нет данных? Вот и у меня нет. За ними и идем. Так, ну и что тут? Кресло да телек. Я не так себе это место представлял. А что вы представляли? Полагаю, что у этого интерьера есть какое-то назначение. Систему доступа к лифту. Иначе доктор Филатова не смогла бы его запустить. Взлом системы? Вот и довзламывались. Кругом горы трупов. Так вот он какой, Нептун. Красиво. Прямо-таки восторг. Я бы не отказался там побывать, но даже не думаю, что творится в нем сейчас. Товарищ Сеченов просил вас явиться на Челомей. Как вы объясните свою задержку? Разберемся. Сначала с доктором поговорим. Но если вздумает бежать еще раз, пожалеет. Устроил тут кошки-мышки.